и проголосовали. Если у них есть право собственности, они имеют право через суд подать документы и через суд заставить провести там договор аренды и так далее. Нет, но есть земля, которая по генеральному плану определена для каких-то целей. Если вы призначили земли, ну как это так? Ну вот так, если есть право собственности, то не имеют. Решает. Это, я согласен с этим, но для этого нужно ориентированно подать документы, исправить документы. Ну так это тогда не Анатолий, а не Юрий Департамент. Если Юрий Департамент, они тоже дают свою базу, как это, они тоже дают свои документы, которые определяют, что там есть коммуникации, там есть цель предназначения земли. Я думаю, что больше дают документы, которые запрашивают Юрий Департамент для подачи иска. Они выдают их. То есть им сказали, дайте нам то-то-то. И пожалуйста, на это. Вы документацию. Нет, в данном случае по этому вопросу, естественно, не к вам, потому что это Юрий Департамент. Теперь только единственное остается ждать вывода в ГАЗ, если он что-то вообще будет делать. Тогда уже дальше двигаться. Ну, вообще, на самом деле, чтобы разобраться, нужно было бы пройти через комиссию, каждый объект по отдельности, каждая комиссия, каждый объект, ну, группа, рабочая группа, из инженера, то есть полностью все службы инженерные, водоканал, там, электро, ну, то есть, понимаете, да, то есть собрали всю службу. Если водоканал мы еще как-то можем обязать, чтобы они пошли с нами, и БТИ, то, например, там газовщиков, электричество мы никоим образом не обяжем, правильно? Ну, они будут, как? Они примут у нас постоянно. Нет, пригласить можем. Пригласить можем. Но заставить пойти, они правильно, скажут, да нафиг оно нам надо. Ну потому что это их не объект. Если водоканал мы еще можем заставить, потому что это наш коммунальный объект, это там, наша собственность. По сути, если там проходят их инженерные сети, то они тоже должны прийти. Не должны, но вы же понимаете, что это далеко не всегда. Я предлагаю вам варианты решения вопроса. Я понял. Нет, я понял, то есть по каждому... Вопрос о том, что по каждому, а по отдельности приходит БТИ, запрос БТИ на тему того, какие у них есть зарегистрированные документы. Вопрос по управлению земельных ресурсов. Какие документы у них есть? Значит, управление архитектурой. БТИ. Ну просто вы понимаете о том, что ну, просто так через комиссию. То есть это же может все соединить там, ну, сам мирского головы. Когда он берет это себе под контроль, этот вопрос, то он просто собирает эти группы, да, и он их ведет. То есть, соответственно, с каждого из отраслей делаются запросы. Какой это все собирается. О каком замере? Ну, профильный. А какой у нас профильный? Кто это? Кто у нас профильный? Ну, у нас профильные замы, каждый из 8 замов занимается своим направлением. Ну, вот по данному вопросу, какой у нас профильный зам? Ну, у нас могут быть несколько замов. Опять, ну что, не можете? Ну, Наталья, вы можете прямо ответить? Ну, у нас профильный зам. Ему Кыртыч Самвелович в этом. У вас конкретно какой профильный зам? В этом направлении. Анна Анатольевна, вот смотрите, вот сегодня в повестке дня запрошены Турупалов. Вы его видите? И так мы его не видим на каждой комиссии. Он изредка, как ясное солнышко, появится к нам, вот на прошлой комиссии появился, и все. Компьютер проиграл? Да. Поэтому... Не, ну просто поймите меня правильно, что ну, это выходит за межи моих полномочий. Дело не в межах. Дело не в межах. Мы просто рассчитывали на то, что с вашим появлением что-то изменится в городе. Нет, послушайте, в рамках определимых договоров, регионов и так далее. Нет, смотрите, вы пытаетесь от меня, чтобы я решила вопросы, те, которые были решены 10 лет тому назад. Мы пытаемся вас попросить привести все в соответствие. Скажите, пожалуйста, документы по праву собственности, это куда бы ты обратиться и куда еще? В юстицию, я так понимаю? Ну, юстиция или то, что ты правильно. Где регистрация? А что тебе это? Зачем это тебе? А где? А сейчас, как и в аренде, не найдешь крайнего, понимаешь? Кто это? Нет, так пусть дадут документы, которые есть у них на право собственности. Чтобы дальше, потому что вот как бы... И что, они не дадут документы? Ну хорошо, смотрите, да. Приходит, да. Ну...